Всем привет! Сегодня 24 февраля 2023 года. Идет потепление сильное. С утра было минус 10, специально подходил к градусникам, но сейчас уже плюс 2, плюс 3. Солнышко такое выглядывает. Вода у собак не замерзает. Хорошо более-менее на улице. Правда, сырость начинает образовываться. Чича отдыхает после обеда. Купил сегодня немножко я корма Royal Canin. То как-то еще весной купил корм какой-то, ну, когда собирали же, тут все эвакуировалось, все заканчивалось, закрывалось. Я купил хоть какого-то уже корма, вроде такой дорогой был, но не тот, что она любит. И тут она полкилограмма никак не могла поесть, но вроде доела. А сегодня, думаю, накуплю ее любимого корма. Но она как-то к нему относилась холодно, да и ничего. Зато есть теперь то, что ей надо. Поправил я колпачок, сдуло, наверное. Сегодня чувствую с утра, чищу зубы, болят десна передние. Думаю, да что такое? Я обычно так, вот, плюс два, да. Обычно так пользуюсь жесткой зубной щеткой, у меня такие десна все натренированные, и зубы такие наполированные. А тут думаю, ну нет, что-то совсем же с деснами не годится. Начал рассматривать, думаю, что ж там случилось. А я так понимаю, это, думаю, повеселю вас. Я из-за того, что жру бесконтрольные яблоки по несколько килограммов в день, у меня уже передние резцы начинают превращаться в зубы кролика. Я вот хожу целыми днями, иду на Артема, допустим, на лесной, съем килограммчик яблок, иду, допустим, на обед, тоже килограммчик съем, на рыбхоз иду прогуляться, тоже килограммчик съем. И вот так я потихоньку превращаюсь в зайца, потому что грызу, так что-то не знаю, мне нравится. Но, видно, февраль, витаминов не хватает, а яблоки сейчас, ну, они и самые дешевые витамины, и вроде как еда такая, она самая дешевая и вкусная, и сок там, какой лучше всякого любого фреша, говорят же, не надо соку давить, лучше съесть целое яблоко, вот я их целыми и ем. Деньги же плачены за все, и за шкурку, и за косточки, вот мы их полностью поедаем. Ну, а так все тихо, вчера вечером был прилет на Черевковку, но мне абсолютно не слышно, тем более, что я спать вчера лег. Да я сейчас вообще каждый день ложусь в 8, я уже сплю, но я вчера и в 7 даже начал засыпать. Ничего не было интересно посмотреть, я так что-то смотрел там YouTube. Тыкал, так чувствую, меня так согрелся, разморило, думаю, да и что мне там, темно уже на улице вставать, все равно рано, уже встаю я, уже в 5 я встаю, то как-то в 6 стал, уже в 5, ну вот как-то сдвигается у меня график, живое, я всегда раньше так был, с темной частью дня, вот потемнело в 7 вечера, в 6, вот я и ложусь спать, в 5 рассвело, встал, наверное, так раньше, все люди в древности жили, с закатом ложились, с рассветом вставали, вот и дня что-то так, и на дело к старости идет, раньше не понимал, думаю, как эти пенсионеры все, на рынке торговали, когда 90-е. И думаю, ну чудо там, мы только-только тачки эти тащим, только эти столы, с просонью все уставшие, там после каких-то вечерних гулек, там каких-то сбодунищей, ну раз, думаю, 4 часа в 5 идем, и думаю, ладно, мы несчастные торгаши. Чего они это в 5 утра уже стоят купить там, что им надо купить, то лампочку там или что им там купить, думаю, ну выспались бы, все равно же до обеда этот рынок. Ну вот как-то так вот, вот это я такого превращаюсь, такого деда. Жизнь пролетела, скоро я буду стоять, а про меня будут молодые парни думать, что этот дед стоит. Ни свет, ни заря. Да. Вот так вот. Так что всем хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока.